Cherokee, the band, the music band, at Atlas Weekend Festival, the biggest event ever in Ukraine. So you gotta check it out. You gotta join in and feel the vibe and bring in some more energy. Just hit it, man. Hit it. Ah, hello, guys. It's Atlas Weekend. Вот мои пацаны. Atlas Weekend. Я просто накручиваю гейм. Единственный человек, который отрабатывает деньги. Если кто не понял, что лысым это в тренде, то это в тренде. Очень быстро это идет. Еще они раскрашиваются хной. Пишут послание на шее. Как раз вот если рассказывать бэкстейдж про музыкантов, где видно вся подноготная, как они готовятся, да, там вот эта вся, как они там свои прыщи выдавливают, прежде чем как на макияжный выйти, да, на сцену. А также существует бэкстейдж успеха. Вот, о бэкстейдже успеха, конечно, не хочется говорить, потому что все очень... У большинства очень-очень неоптимистический прогноз, я бы так выразился. Сложно, да. Не каждый понесет вот этот бэкстейдж, понимаете? Что... Как ты пишешь песни-то? Ртом. На мёд. Мы летим на мухе, да. Скоро тоже как бы. Вот такой саундчек. Да, да, ты понимаешь? Это современный Бах. Понял, да? Будет сегодня отборная, экстракт лучшего. За все время существования Чероки. Не бицепс показываю, а растяжку. Jean-Claude Van Damme, Masters from Brussels. Да, вот здесь я буду. Да, да. Также сегодня будет арт-перформанс от Newspaper Man, который, это будет эксперимент. Подобные вещи, я думаю, мало проводятся на данных фестивалях, но мы рискнем. Это частичка Garden Dreams? Yeah, часть театра всегда присутствует у нас, да. Друзья, Atlas Weekend, как всегда, легендарный фестиваль и не менее легендарная группа Cherokee сложит свои ноты воедино в песни, хлопать и поддержать нас. Не всегда перед своими словами, не так же далеко, но я же постоянно что-то выкладываю.
Шо, где газету? Порвали? Андрей, Максим, гитара, Тарас, Андрей, Макс. Мне костюм в одно место просто. Кирилл, Сережа, приседать. Чироки, Бен. Приседать неудобно? Только стоять на гитаре, играть, присесть, аппаратуру, все. Тараса. Муа. Weekend with the Cherokee Band. You know, you understand? And newspaper here, of course.